Наша первая тема – потенциал сказкотерапии в финансовом потоке. Начнем с того, что какие сказки вообще вы помните, что там поднималась тема денег. Напишите прямо сейчас в чате название этих сказок. Давайте немного актуализируем наши воспоминания, поднимем их. Сказки, в которых вы помните, что там, да, говорилось о деньгах, там производились какие-то финансовые манипуляции, там был какой-то финансовый диалог. Я несколько зачитаю из тех, которые вы пишете. Это сказка о Буратино, о золотой рыбке, это сказка «Золотая антилопа», это сказка «Иванушки-дурачки», это сказка о Попееву «Работники балде». Совершенно верно. Сказка странствий – это «Аленький цветочек», «Серебряная копытца», это сказка «Морозко», «Али-Баба», там очень много. Абсолютно верно. Есть «Кот в сапогах», там тоже тема денег поднимается. Если мы посмотрим с вами фольклоры разных народов, то так или иначе в каждой ментальности существуют сказки, которые занимаются взращиванием так называемого мировоззрения, выстраивания отношений между мужчиной и женщиной. Есть сказки, которые помогают нам строить отношения с собой, есть сказки, которые формируют наши отношения с родителями, влияют на него. Ну и очевидно, что есть сказки, которые определяют наши знания и понимание контакта с деньгами. И вот именно на этих последних сказках мы сегодня с вами сосредоточимся. Важная вещь, которую стоит записать себе, номер один. Спасибо всем, кто написал о сказках. Сейчас начинаем писать в своих тетрадях. Что я помню, то и программирует мое сознание. Сказки, которые вы написали, являются непосредственными рычагами, мотивы этих сказок, структура этих сказок и ваше понимание этих сказок, которые сейчас у вас поднялись по ассоциации с деньгами, и являются теми, если хотите, навигационными картами, по которым вы следуете, выстраивая ваши собственные отношения с деньгами. Сегодня весь класс мы будем с вами это изучать. В этом классе мы будем с вами говорить о психокоррекции жизненных сценариев методом сказкотерапии. Давайте попробуем сейчас не писать никаких комментариев. Когда нужно это делать, я вам прошу вас это сделать. Если кому-то нужно просто пообщаться, выходите из этой конференции. Она создана не для этого. Люди сюда пришли, чтобы учиться и изменять свои финансовые сценарии. Итак, первое, с чего всегда начинается потенциал сказкотерапии в теме финансового потока, это сказочный персонаж. И сейчас задайте себе вопрос. В вопросе денег я кто? Я чеширский кот. Я Фунтик, такой маленький поросёночек, который ни за что не отвечает. Я Шахерезада, у которой, значит, огромное войско, она управляет большой страной. Я пастух, который там себе радостно играет на дудочке вместе со своими овцами или коровками. Попытайтесь почувствовать, вот если бы вы были героем, персонажем какой-то сказки, вашей сказки о деньгах, то какой образ поднимается? И вот сейчас этот образ напишите в чат. И обязательно напишите его себе в тетрадь. Потому что тот образ, который поднимается, он напрямую связан с нашим внутренним разрешением или с нашим внутренним запретом. И я буквально несколько комментариев сделаю по тем позициям, которые вы написали. Буратино. Вот Буратино, деньги вообще были не нужны. Ему было нужно счастье. Золушке деньги вообще были не нужны, ей нужно было помогать всему миру. Василисе Премудрой деньги вообще были не нужны, ей нужно было служить своему мужу. Шреку деньги вообще были не нужны, ему нужно было признание и принятие внутри себя и снаружи себя. Поставьте в чат 3 плюса, у кого схлопывается, что тот образ, который у человека поднимается из его бессознательного. Когда задаешь вопрос простой, если бы была сказка о деньгах, и ты бы был там каким-то персонажем, главным героем, то каким бы ты был героем? И вот это вот невероятная новость, потому что это и есть программа, встроенная в наше бессознательное, которая определяет, как конкретно мы выстраиваем наши отношения с деньгами. А теперь важный момент. 90% людей
есть проблемы с деньгами только потому, что у них нет потребности в деньгах. Это запишите себе, пожалуйста, красной пастой в тетрадь. У большей части людей недостаточно финансов для реализации каких-то потребностей, только потому, что у них нет потребности в деньгах. Они хотят счастья, отношений, здоровья, реализации, быть видимым, быть востребованным. Они хотят славы, чего угодно, но не денег. И об этом обо всем говорит нам наш образ –